Большие, но невеликие. Потенциально полезные обществу, но изгои. Ужасающие физически и еще более жестокие культурно. Яги. Будучи ловкой, мускулистой, двуногой расой, яги являются внушающими страх высокоинтеллектуальными хищниками. Как и множество других, они обладают четырьмя парами глаз. Их глаза невероятно чувствительны к свету и движению, и таким образом обеспечивают прекрасное ориентирование в пространстве. С такими органами чувств яги также способны улавливать ложь, ведь их взор способен подмечать даже мельчайшее движение тела. Яги очень развиты, имеют физическую мощь, сильно превосходящую таковую у других разумных видов. Добавьте к этому треугольную пасть с ртом, усеянным тем, что можно назвать смертельно острые шипы, и вы получите одну из самых устрашающих разумных рас. Подобно кроганам, яги были обнаружены еще до их самостоятельного выхода в космос. Видя их потенциал, Совет Цитадели направил на их планету Парнак делегацию, чтобы установить контакт. Учитывая то, что мы приравняли их к кроганам, прогноз был неутешительным с самого начала. Яги вырезали всю делегацию из-за того, что делегаты не захотели стать их рабами. После этого Совет закрыл доступ к Парнаку. Много лет спустя серый посредник заинтересовался ягами и выслал агентов, чтобы те похитили одного и изучили. Пришлось потрудиться, но в конце концов был найден один представитель, готовый покинуть планету. Молодой яг продемонстрировал значительный интеллект, хитрость и силу, и это привело к тому, что посредник предложил ему место агента в своей организации. Подобное было достигнуто с помощью тайного убийства другого агента и замены его на яга. После этих событий только посредник знал о существовании яга, что обернулось для него не очень хорошо. В конечном итоге посредник обнаружил, что новый агент слишком жесток и приказал его убить, правда, яг опередил его тем же шагом и убил конкурента. Он взял себе титул серого посредника и принялся за руководство организацией. Так как никто, кроме предыдущего посредника, не знал о его существовании, для других агентов ничего не изменилось, а посредник для них просто передумал. Его правление сетью серого посредника длилось последующих 60 лет. Яги похожи на кроганов еще тем, что решают свои проблемы с помощью насилия. Однако, благодаря интеллектуальному превосходству над кроганами, они могут достичь своих целей с помощью разума и хитростей. Яги живут стаями, а лидер выбирается независимо от того, как он этого добился, с помощью убеждения, шантажа или той же грубой силы. Любой может стать главным в любое время, а побежденный в бою или униженный любым способом претендент не держит обиды и выказывает уважение новому вожаку. Таковы традиции, правда, ничто не мешает ему в один день снова попробовать свои силы. Яги являются не единственной жестокой развитой расой, известной на Цитадели. Есть и те, кто не уступает им в этом. Если вам нравится творчество на этом канале и вы хотите и можете поддержать его, то добро пожаловать на страничку канала ViewSupport. Ссылка перед вами и в описании. Но если у вас нет такого желания или просто возможности, то лайка с лестным отзывом или адекватной критикой будет вполне достаточно, чтобы мотивировать продолжать это дело. А на этом все. С вами был GoodNatured, чаю вам, печенюшек и услышимся в следующий раз.